Всем привет, ребята! Привет всем, привет, Дудатой! Привет! Давай поиграем в столкновение парное. Парное столкновение? Тут у меня только что было захват кристаллов. Мы не любим, да, каменный пол? Не, не любим. Ну, Така, давай. Така, смотри, кто у меня. Ты индейца этого взял, во? Орла, да. Я знаю, что подумал. Дуда Плей будет играть орлом, а Така Плей будет играть вороном. И у нас будет птичий сезон. Как ты? Давай я выберу сейчас ворона. Как ты на это смотришь? Да прикольно, ну давай. Давайте. Птицы идут в бой, ребятушки. Обязательно поставьте лайк, потому что птицы — это гордые птицы. Гордые, да, люди? А у тебя это кто, сокол или орел тоже? Орел, белый орел. Это американский белый орел. Так. Ну, у нас дофига 5 команд, поэтому надо это самое. Быть рядышком. Ой-ой-ой. Так, рядышком быть друг с дружкой. Так, у нас здесь вкусняшки появляются. Поэтому. Только пока не видно. Пока не видно вкусняшки, да. Ой, там идет. Ага. Пойдем. Ого, у тебя там стрелы. Да, у меня 3 стрелы вылетает. Как у тебя так и дела? Да, пойдет нормально. Чем занимаешься? Гуляла. Гуляла сегодня? Ну, по секрету. А где гуляла? В магазин. В магазин и обратно. Вон вкусняшка. О, давай, бери. А, там я взял. А, там возродился какой-то. Ой, это сейчас хочет взять вкусняшку, а я ее возьму. Давай, бери, Така. Меня убили, представь. Да ты чё? У тебя была такая большая с вкусняшкой. Ну вот видишь, надо аккуратно даже с вкусняшкой бегать. А я, знаешь, я играл, короче, и у меня тут этот противник стоит. И знаешь, нет бы, чтобы противника стрелять. О, прикинь, я как вернулась. О, ты возродилась, отлично. Ой, спасибо. Держись, Така, держись. А то я думала, уже проиграли. Ну, сейчас я спрячусь. Давай. Вот, одна секундочка. Вот я все, появился. О, вкусняшку возьми. Давай. Вкусняшка — это хорошо. Все, кто там убежал, кого? Он тоже вкусняшка будет, смотри, сейчас там. Старший брат пришел. Меня убили, блин. О, вкусняшку бери. Давай. К сожалению. К сожалению, убили. Ну ничего, у меня 4, у тебя? У меня 2. Ну потому что ты новенький, тебе наверное, больше. Наверное, да. Да-да-да. Что, играем снова? У меня боевые жетоны закончились, потому что я только что играл, открыл этого орла. А знаешь, какой у меня герой попался? А у тебя кто-то попался еще? Да. Кто? А я тебе сейчас не буду рассказывать. Да я сейчас буду завидовать, если у тебя кто-то классный. Да, вообще классный. Я, короче, знаешь, как сделаем? Как? Сейчас эту катку пройдем, короче, да, и потом в следующий ролик, когда будем снимать, я тебе покажу, кто. Ну что, это кто тот, кого я хотела? Которого ты давно хотела. Давно? Давно. Давай, давай, стреляй, есть, убил его. А, вонючка, все, не иди туда. Там этот, миньонша, вот я вот терпеть этого миньона не могу. Он еще, смотри, какой. Он ты что там? Увидел меня? Конечно, увидел. Ё-моё. Ладно, давай сделаем так. Я вот этого бойца сейчас возьму. Ну давай. Чтобы ты увидела, кто это. Тебе не терпится, почему так это? Ну давай. Ну как тебе? Прикольно. Прикольно, да? Жалко, что не за 2 брать, да? И тебе, и мне по экстримку. Ну что, ты доволен, что у тебя экстрим? О, я так доволен. Ну я так хотел, чтобы кто-то выпал. Ну, потом сотру. Тебя давно уже никто не выпадал. Да. Ну, за сегодня мне выпал Эль Прима, и считай, я это орла взял, представляешь? Да, вообще классно. Ага. Так, это дурачок ходит, смотри. А-а-а. Давай я его сейчас прижму, попробую прижать сейчас. Шелька, блин. А, вонючая. Убила, да? Да ё-моё, вонючка. Ладно. Сейчас тогда я отойду подальше. Да. Кстати, ты можешь сейчас уже не орла брать, а кого-нибудь другого. О, этот вонючка взял, смотри, что он взял. Собака убил меня. О, ты возродилась, нифига как повезло мне. Стреляй в эту шелли, во.
Все, жди 8 секундочек, 8 секундочек. 5, 4, 3, 2. А сейчас я возрождусь. Подожди, сейчас я им нахлобучу. О, как раз столкновение. Так, тихо, аккуратно. А что, меня убили? Меня убили, прикинь. Ничего страшного. А, меня тоже, я бежал. Ах, ладно, можешь взять другого кого-нибудь? Так, кого же взять? Кого взять? Так, а кого хочешь? Мне уже тоже надо открыть скорее свои сундуки. Давай Барли. А, ты говоришь, он слабый, да? Барли, угу. Ты мне не разрешаешь им играть, давай Джесси возьму. Ну хочешь, Барли бери. Да я Джесси уже давно не играла, давай попробуем. Давай. Ты какой, у тебя крутой. Я купил, короче, за 500 монет одежду Кольту. А, вот что. А все в такой одежде бегают, кстати. Многие. Вот смотри, нет бы он Шелли бы стрелял, он стреляет в сундук. Вот нормальное вообще явление. Ну, как ты считаешь? Так, а, это ты? Это ты? А, все, вижу. Я тебя не... На! Я рельку там поставила, блин! Да? Нечаянно. Я турельку поставить, дым. Ну ладно, она сейчас погибнет, турелька. Я, кстати, забыла, что она ставит турельку. А, ты такая супру быстрее, супру, да? Не знаю, что будет, но... Да, ага. Я супру вообще случайно нажала, я ее досмотрела. Так, ё-моё, что творится-то? А, вон был, вонючка. Ты живой, нет? Нет, нет, 10 секунд. У меня есть это супра. Может, мне поставить турель на него? Давай. Поставила? А ну вот. Ну ладно. Так, два кубка. Так, ну что, будем этими, да, бойцами играть? Ну давай еще раз. Ага. Кстати, у тебя там когда этот будет, Динамайк? Долго еще? Ой, не глянула, да долго еще, наверное. Угу. Так, вот я вижу. Ну бери его. Ой, ага. А там уже страшно. Ладно, стой здесь возле меня. Какой-то машняк ходит. А Дэрил, вонючка. Вот такая же, как я, блин. Убила меня, вот зараза. Да? Ладно. Подождем сейчас. Подождем. А мне видно, кстати, напарник, когда вернется. Что ты это самое? Ты, у тебя а, это что-то и видно, это когда мы с тобой играли. Так, Боже. Давай, я поверху, ты по низу. Ага, я уже наверху. Все, убил ее. Дальше. А где напарничка? А, не знаю, где-то бегает. О, Шелька. Да, ее там уже бегает. Так, вкусняшку кто будет брать? Ты бери. Столкновение, ребята, ищи где. Вот это, да, чувачок, дурачок? Угу. Ах, убил меня, да ну на, стреляй в него. Вот, немножечко есть, молодец. Ну, хоть убили орла этого, вонючку. 7 кубков у меня, у тебя? Тоже 7. Нормально. Так, давай тогда поменяем бойцов. Давай. Я выберу Дэрила. Я его сейчас еще и улучшу. Да, 4-й силы стал. Так, у меня будет Дэрил. У меня Кольт. Отлично, поехали. Кстати, там в магазине покупай очки силы. Там немного монет стоят, ну. Можно покупать. Хорошо, попробую что-нибудь купить. И потихонечку ты раскрутишь их. Ой, кстати, бежит уже. Так, вот эти ребята. Ты, блин, зараза. Ну, убила меня. Ничего страшного. Так, вот я сейчас возьму. Сундучок. Ну как, погуляла хорошо? Да, хорошо. Хорошая что-то. Погода? Отлично. Ну клёво. А чё купила? А чё купила? По мелочи продать. А. Всё, зафигачили его. Молодцы. 3 команды осталось у нас. Где вкусняшка? Я вкусняшку ещё. О, вижу. Вижу вкусняшечку.
Так, берем вкусняшку. Противничков не видишь? Нет еще пока. Ну где-то они... Наверное, сверху где-то. Наверное, сейчас буду искать. Вон они бегают. Вкусняшка, я пойду за вкусняшкой сразу. Ты там осторожно. Давай. Блин, почему я побежал? Короче, когда вот Супру надо Дэрилу включать, надо менять направление. Я думал, что как бы у меня мозг работает, что я должен от них убежать. А разработчики сделали, что я должен вперед на врагов побежать. Ну, тупо. Блин, где-то сидят, закрылись. Но. Бери. О, кто-то там сдох. Ну, один мертвый, один. Да, нифига. Они, короче, знают, что сделали? Они пошли в кусты на отравляшку. Взять банок. Ну, жадность их сгубила. И там они подохли. Ясно. Вот так вот. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать ролик. Така. Давай, заканчивать. Пока, да, давай. Пока, така. Пока, така, пока, ребята. Ставьте лайки, пишите комментарии, а также передавайте привет и пишите в комментариях привет. И мы с такой вам передадим привет. Да, така. Угу. Да, конечно, обязательно. Так, обязательно передадим. Да, всем пока. Пока.